И снова здорово, уважаемые дамы и господа, леди и джентльмены. Мы уже проделали массаж. Welcome our massage training. Тимур, да, вот показался. Это Тимур Докторов, его канал. И с вами Олег Алав Гудвин. Ставьте лайки, 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 лайки и подписка. Так, и вот теперь разгоряченная спина, да? Можем ее дополнительно еще прожать. Обнаружили, что есть небольшой сколиоз в грудном отделе. Таз, соответственно, смотрим чуть-чуть вот эта часть выше, что может сказаться на ногах. Проверим ножки. А с ногами наоборот оказалось. То есть одна нога, вот видите, по вот этим косточкам, она чуть короче, но миллиметр где-то на 5. Вот эта нога поджата. По пяткам тоже вот пятка одна чуть длиннее. Значит, проверяем тазовые кости. Тазовая кость вот выпирает сюда, с этой стороны, и чуть сниже, да, чуть она получилась ниже. Удостоверимся, что у нас это не из-за голени. Да, вот так вот голени выравниваются. Вот сюда в просвет видно, что они равны. То есть, соответственно, из этого теста сейчас исключены тазовые и тазобедренные суставы. Так. Ну вот, давай попробуем. Сначала, да, руки опускаем. Сначала, прежде чем вот работать с суставами, да, лучше их все-таки расшатать еще больше. Разбить. Для этого хорошо любые инструменты, не только палочки, не только руки, но и палочки, например. Нормально терпишь? Да. Кстати, вот тут тоже проверим. Ягодичная мышца не болит? Нет. Большая ягодичная, средняя ягодичная. Нормально, да? Да. Малая ягодичная. И грушевидная, где седалищный нерв идет. Тоже нормально, да? Да. Ну, ты бы вскрикнул, если было бы больно, реально. Ты бы вскрикнул. Ну, это даже как щекотно просто больше. А, даже щекотно, да? Самурайский массаж тоже очень хорошо помогает. Расслабиться, во-первых, тело, да? Во-вторых, за счет вибраций ускоряется лимфоток. Ну или вы сами подпеваете. Так. И успокаиваем подсознание человека. Сейчас будет все нормально, спокойно, спокойно. Дышите, терпите и не возмущайтесь. Также нам в работе помогают хорошо вибрационные всякие приборы. Вот, перкуссионный пистолет такой. Ну, побыстрее его включим. Скорость растет, растет, растет. Идем на обгон. Да. Смотрел советский еще мультфильм «Тайна третьей планеты»? Да. Там был такой прикольный белый попугай. Помнишь? Он говорил обычно фразу такую, повторяя за мной. Я, птица-говорон, отличаюсь умом и сообразительностью. Я, птица-говорон, отличаюсь умом и сообразительностью. И сообразительностью. И сообразительностью. Ну, приборы разные есть. Если этот пробивает в тело, то вот этот, например, с вибрацией. Вот поясничка работает. А в этот момент... Здесь обрабатываем шею. Thank you.
И прям можно каждый позвонок вот так. Вот, прорегулировали. Отличаюсь умом и сообразительностью. Ну, и вот теперь уже можно приступить к непосредственным правкам. Так, вот этот компрессия позвонков. Нормально терпишь? Ну, да. Приходится. А куда денешься, да? Да. Сейчас можно током ударить по рукам. О, все-все. Так, ну вот тут. Если ваши пальцы жалко, да, в бой вступает тяжелая артиллерия. Через саблю можно. Так, попасть. Расслабься, спина-спина. Вот, выдохнул. О, хорошо. Ты уже в предвкушении, видимо, да? Ну, терпимо, да? Ну, то нормально. Так, ну, так что нормально. Так, и вот твой сколиоз сейчас немножко тоже так подстучим. А здесь вот с этой стороны получается. Так, опять напрягся, выдохни. Ага, все, все страшно уже позади. Немножко от КПС и ППС суставы разобьем. Кстати, давай еще раз расслабь. Между ними можно проверить расстояние. Вот тут три пальца входят между косточками. Здесь, ну, в принципе, тоже три. Нормально, значит, тут у тебя. И мы их, соответственно, выдергиваем. О, крестец хрустит. КПС. Видишь, как хрустит. ППС теперь выдергиваем. О, видишь, я думал, не хрустит. Ну, тут уже редко хрустит. Так, вот теперь вот этот вот реберную дугу. И как котенка за шкирку подсоскаем немножко. Мешочек с костями растрясем, да? Угу. Так, ну вот теперь готов как раз к декомпрессии. Так, выдох. Ага, и еще раз. И еще. Чуть-чуть вот так ручки. Чувствую, тебе этого маловато. Немножко усилим. За локти вот так потянем, потянем, голова висит. Угу. Вот так. Вот так вот. Все, расслабляемся. Лопатки развели и выдох. Если обратили внимание, я не просто так в сторону, да, а у меня вот, смотрите, все ткани, кожа, кость и эти мясо съехали вверх, и только потом прием идет. То есть даже здесь включена декомпрессия. Так, ну давай тогда голову сделаем
Тебе расслабим шейку. Вот так, вот так. Ничего сам не делай, я аккуратно переложу. Угу. И тройной удар Гудвина практически как тройной удар Брюса Ли. Если помните, он бил раз, два, три. Так же и тут. Натяжение, раз, вращение, скручивание и ротация. Еще чуть-чуть. Ага, давай в другую сторону. Вот. Это атлантоксипитальный и атлантоаксиальный сустав. Выщелкнул. Теперь скручивание всей шеи. Чуть-чуть. И контрольный выстрел в голову. Все, ложись, расслабляйся. Это вот твой... Не-не-не, не напрягай. Не напрягай, расслабились, расслабились. Спокойствие, только спокойствие. Спокойствие, только спокойствие, говорил великий Карлсон, который живет на крыше. Нет, ты напряжен, еще. Еще расслабляй. Угу. Стороны. И за ногу расслабили. Нет, держишь, держишь. Расслабляй всю ногу. Полностью расслабленный. Ага. Вот он тут как раз так скалилось, прохрустел. Угу. Подушку убираем. И поворачивайся ко мне спиной, лицом к солнцу. На бок, на бок, на бок, на бок, боком, боком. Ага. Эту ногу к себе тянем. Эту ногу назад. Мы так зацепились тут. Рукой держим себя. И головой в другую сторону. Угу. И еще. О. Так, сейчас. Угу. Лежи так же. Ноги такой вместе теперь. Вместе, вместе, вместе. Это вот сейчас поясничный сколиоз. Вот так подтяну чуть сюда. Таз задвинем. И вот эти вот мышцы твои. На другой бок переворачивайся. Ага. И полностью расслабленный. Так, сбоку лежу, на боку, полностью на боку. Так, надо на другой бок лечь и подушку под себя подложим. Делали такое в прошлый раз? Я не помню. Помнишь? Чуть. Вот сейчас как раз растянем тебя хорошо, ногу ближе к себе, в эту руку возьмем молоток. Ну, можно палку. Палочку так держи, вот посередине. Ага. И я сажусь на тарзанку, а ты просто расслабляйся. О, видишь, как даже захрустило сразу. Расслабь, расслабь ногу. Ага. Таз потолкаем. О. Ну, неплохо получилось, я вам скажу. Ребятушки. Так, ну сейчас мы тут его. И в эту сторону. Оп. Оп. И в эту. Угу. Теперь эту руку заведи за себя. Вот туда. Вот это, вот это. Ага. Так же лежишь. Жижи. Это нога прямая. Новые приемы. Олег Гудвин, их полно. Я же это всему преподаю. Более 200 приемов. О, это что у тебя такое хрустит там? Не знаю, вроде ничего. Фу. Так. Все, подушку вынимаем.
и ложись обратно на живот. На живот, на живот. Нога расслаблена. Расшатаем коленный сустав тебе. Расслабляй, расслабляй. Напряжена стопа. Так, что ты, наверное, опасаешься, да? Да. Подвоха какого-то ждешь. Так. Расслабься, расслабься. Лежи, лежи. Ногу теперь держи вот так вот. И то же самое, что мы делали с рукой, теперь тянем в обратную сторону. О. Все, теперь ложись ровненько назад. По столу, да. Вот, обратите внимание, выровнялись ноги, видите? Даже вот эти косточки, даже где-то на 2 мм еще длиннее. Ну, как вот, и пятка тоже длиннее, да? Но это, как я говорю, обычно с запасом на будущее. Ты все равно будешь на них наступать, и они у тебя потихонечку выровняются, станут ровнее. Фух, так, ну теперь переворачивайся на... А, подожди, сейчас еще вот тут. Угу. И... Почему ты сопротивляешься? Расслабься. Твоя задача полностью расслабиться и получить удовольствие. О, видишь, вот это все получается. Было-было. У нас с тобой уже все было. Переворачивайся. Ротация на столе, как шашлык на шампуре, да? Mm-hmm. Ливером к солнцу, филейной частью в преисподнюю. Угу. Полностью расслабились, расслабились, ничего не делаешь. Вот, потолкали таз назад, который был приподнят, ты себя помнишь? Uh-huh. Ну, почувствовал, да, в пояснице? Да. Uh-huh. Вот там в пояснице. Все расслаблено. Расслаблен. Вот, у здорового человека должно колено прям касаться почти стола здесь. Вот здесь расслабляй, расслабляй. Опа, коснулся. Видишь, какой ты гибкий стал. Считаю, что сейчас мы занимаемся пассивная гимнастика для тебя. Или за тебя. За тебя. И сюда должен колено просто ложиться. О, видишь, хорошо ложится. Угу. Вытолкивай бедро. Колено тебе разомнем. Позу полулотоса. Почти садишься, видишь? Полулотоса. А здесь вот выщелкивается вот этот сустав. Ага. И мениск. Расслабились. Чик. Ложись обратно. Наверх, поднимай сюда. Не-не-не, расслаблен. Расслаблен, расслаблен. Ну вот тут, блин. Ты боишься пальца или пятку? Просто я помню, как там я. Вот. Ну, все нормально. Мне кто-то во Вьетнаме так щелкнул, по-моему, мне 2 месяца нога болела. Да? Да нормально, нормально. Ноги были самые болючие вот. У меня стол мягкий. Угу. Все любят хруст, да, вот эти АСМРщики. Так, ну давай с другой ногой поработаем. Переворачиваться?
Или нет, ты так же лежишь. Немножко ее сейчас разработаем. Коленную чашечку тебе вот разомнем. Угу. О. Сюда должна сгибаться. И сюда. Расслабляй, расслабляй, расслабляй. Ты где-то держишь какую-то мышцу. Да вообще. Нет, я, кстати, не особо домашний не контролирую. О, вот сейчас сюда. Сюда, 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 сюда. И сюда. Угу. Теперь скрутка. Вот такая, прямые ноги поднимаем. Нет, таз отпусти, 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 расслабь. Ты не можешь поднять, что ли? Да, наверное, разве тянуть будет? Не, ну я могу до какого-то. Или, может, ты боишься? Нет. Вот, ну, типа... таз-то поднимается, таз не поднимай. Ну все, я просто вот тут тянуть начинает, видать, оно и тянет. Все, хорошо, я понял, растяжки нету, тогда вот так расслабились. Расслабились и поймали за счет инерции. Выравниваемся. Угу. Угу. Обратно подтягивайся. И еще подтягивайся. Заставляет себя работать, да? Да. Вместо себя. Так, 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 так. И хлоп. Даже напряженная нога, и все равно было, видишь? Опа. Это выщелкивается таранная кость, которая над пяткой находится сверху. Фу. Продолжаем нашу экзекуцию. Так, еще раз. Все, ну-ка, расшатано. Ой. Могло током ударить. Ну, иногда бывает. Так, такое движение. Сейчас не было, да? Нет, ну и хорошо. Ну, слава богу, да? Ну, кое-где хрустит, и нормально, кое-где не хрустит, тоже хорошо. У нас нет цели, как бы, самохруст воспроизвести, да? Угу. Сама цель в ней. Раньше нас пугали бабушки, там, дедушки, что не хрусти пальцами, в старости артрит будет, артроз. Я вам рассказывал, да? Да. А этот рассказывал? Да, да. А там один ученый американский Шнобелевскую премию получил за это. Даже. Он сам на себе поставил эксперимент. С детства хрустел пальцами одной руки, а другой рукой не хрустел специально. И в итоге в 65 лет вывел такой закон, что неважно, хрустите вы или не хрустите, одно и то же. Для рук это, ну, в смысле, для суставов это никак не сказывается отрицательно, но я хочу сказать, что это даже хрустеть это положительно. Потому что я вам уже говорил в прошлом видео, что суставы, они питаются диффузно из окружающей ткани. Сейчас прострелило. Прострелило, да? Ну, сейчас онемение, это пройдет буквально пару минут. Каких минут? Там 20 секунд уже все пройдет. Так, выдох. Еще раз. Так, нет, ты мышцы напрягаешь, не надо. Выдохнул и расслабился. Спокойствие, только спокойствие. О, слышал, ребро встало. Фу, как говорил великий Карлсон, малыш, а давай-ка пошалим. Так, ну давай, садись лицом туда. Я с этой стороны, да.
ко мне спиной, коленками так держись, зажмись, ну, подальше сядь, ага. Шею проверим, наклоняй голову, наклоняй, наклоняй. О, а шея тут кривовата. Да. Так. Ну ладно, попробуем справиться. Ага, держишь, расслабляй, расслабляй. Расслабили, расслабили. Еще наклоняй вперед. Так, сейчас пощупаем. А, и вот тут еще. В какую сторону болит у тебя? Ну, она ни в какую не болит. Ну, вот я нажимаю, вот тут болит, наверное. Слева, да? Да нет. Особо не болит, да? У меня болит, если я буду вниз тянуть, у меня будет мышцы тянуть вот здесь. А, мышцы, да? Да. Мышцы хорошо проработать с током. Током не хочешь? Расслабься, расслабься. А, еще, еще, еще расслабляемся. Нет, ты вообще держишь ее. Еще два вот так. Раз, раз, она по собственному весу падает. Ага. О, это как раз второй щелкнул. Ложись обратно на живот и вот так вот в позу сфинкса. Держись за стол. Ближе друг к другу только. Ага. И голова висит. Висит, висит голова. Во. Все расслабились. Угу. Сейчас через салфеточку. Вот так вот по диагонали голову кладем. Угу. И она падает вниз. Падает. Падает. Держишь опять. Падает, падает. Давай вот так. Падает. Ага. Ага. О. Все. Ложись на спину опять. И еще. Угу. Так, ну почти готов. Вставай вот туда. Это мы отодвинем. Сход развал починили. Так, теперь проверим, поровну так встанет, свободное место. Так, ну плечи выровнялись, голову ровно держи. Ровно, да. Угу. Голову все равно немножко тянешь, получается, вправо. Это вот такая кривошея небольшая, из-за того, что вот тут мышцы натянуты. Тебе надо заниматься вот этим плечом. То есть упражнение, когда ты делаешь, только на это плечо. Там всякие гири вот так поднимать, да, или там подтягиваешься. Все только с этой стороны делаешь. Здесь надо тебе расслабляться, это место. Сейчас не больно здесь? Нет. Уже нормалек, да? Кажется, у меня вот рюкзак, когда ношу, езжу на велике, у меня просто... Этом? Ну, просто там петля, ну, вот эти лямки, они, видать, тут короче, из-за этого просто да. Больше. Ну, наверное, из-за этого, да. То есть ты, оно прям, видишь, что мышцы... Особенно сейчас сезон вот как раз ношения. Сезоннее. Сезон ношения рюкзаков. Ну, да. Выдох. Угу. Вот то колено вверх. Другое. Ага. И... Ой. Так, еще раз выдох. Обе руки висят, висят, ничего не делай. Угу. Левое колено вверх. Ага. И включаем танго. Вот сюда руки, замок, на шею, на шею. Угу. Подбородком касаемся ключицы. Так, локти вместе. А я вот сюда залезу. Давай шаг вперед делаем. Два даже шага. Угу. И провисай на меня, как в гамаке висишь. Еще раз. О. Это как раз был вот шейно-грудной переход. Опа. Ну, практически порядок. Ногой, да. Все. Готов, гигант мысли. Все. Все сделали. Как обычно, все прохрустели. Все очень тщательно. Спасибо. Отработали. На здоровье. Заходите, если что. Олег Алатов. В Гудвин из вас делает котлету. Приходите. Да, попробуйте. До новых встреч. Ставьте лайки, пишите комментарии.
на все ответим. Пока-пока.